Казалось бы, 27,8 миллиарда – сумма гигантская. Однако, как уверили губернатора Марина Алексеева и Наталья Брюханова, ни один рубль не был потрачен зря. По их словам, пандемия COVID-19 в 2020-м заставила сформировать новые методы финансирования учреждений здравоохранения. К настоящему времени эта работа окончательно выстроена. С учетом того, что COVID уже не чрезвычайная ситуация, так как мы на нее смотрели в бюджетных своих решениях 2020 года, да, в том числе и принимая решение по вашему указу о выплатах медикам. С 2021 года это финансирование производится в плавном программном порядке. Исполняющий обязанности министра финансов считает, что, несмотря на все сложности, регион неплохо отработал этот период. Удалось не только выполнить многие обязательства самостоятельно, но и привлечь федеральные средства, что позволило региону пережить сложный 2020 год без особых экономических потерь. Все эти средства пошли на развитие разных отраслей и поддержку граждан. Мы получили поступления, которые опережают поступление 2019 года. То есть общий объем поступления составил более 500 миллиардов рублей. Если говорить о доходах консолидированного бюджета, то общие доходы консолидированного бюджета составили 81,2 миллиарда рублей. Особое внимание в прошлом году было заострено на развитии телемедицины. На базе городской больницы номер 3 открылся центр, сотрудники которого ежедневно осуществляют звонки пациентам, находящимся на амбулаторном лечении по диагнозам ОРВИ, пневмония, коронавирус инфекция. В медицинском информационно-аналитическом центре была создана централизованная региональная электронная регистратура и система службы коротких сообщений для информирования граждан о результатах тестов на COVID-19. Для нас крайне важно сейчас продолжать с вами анализировать и сами цифры, да, и производные от этих цифр, почему так произошло, и что в связи с этим нам ожидать в 2021 году. Это первое. Второе, мы видим о том, что Министерство финансов Российской Федерации достаточно хорошо оказало содействие региону, в том числе нашему региону, в 2020 году. И, судя по заявлениям министра финансов, и в 2021 году ожидается дополнительные финансовые помощи субъектам Российской Федерации. Сотрудничество с федеральным центром губернатор Сергей Морозов считает одним из важнейших направлений работы в течение 2021 года. Анализ доходов и расходов за 2020 год уже проводится. Одновременно формируются планы и предложения к федералам. Все профильные министерства и учреждения уже вовлечены в эту работу.